друзья, с вами сегодня Робзи Нубик и добро пожаловать в симулятор питомцев X. Эту рубрику Нуб Читер я записывал десятки раз, и она набирала миллионы просмотров. Но последний раз я это делал более 2 лет тому назад, и посмотрим, сколько лайков мы сможем собрать сейчас. Поэтому, друзья, с каждого лайк, подписка и колокольчик, а я начитерю себе самых крутых питомцев в мире и пройду эту игру за 5 минут. Только что я развел одного чувака на трейд, друзья, и забрал самых крутых питомцев в мире. Посмотрите, у меня ник Робзи Нуб Читер 777. Это неспроста, потому что теперь есть у моего нубика, у которого 0 монет, 0 гемасиков и не открыта ни одна локация. Посмотрите, что есть теперь. Я могу одеть всех вот этих питомцев сразу и начать проходить, друзья, игру. У меня максимально 4 питомца. Котенок, извини, потому что у меня есть Хьюг Памкин Кэт, друзья. Просто жесть. Вы только посмотрите на имена моих питомцев. Читер, нуб. И теперь погнали посмотрим, насколько я быстро прокачаюсь. Берем и открываем первый сундучок, друзья. Сколько я получаю с него монет? Офигеть, вы посмотрите, у меня уже 400 тысяч монет. А если я открою огромный сундук на 20 тысяч? Ребята, у меня сейчас будет, кажется, много. 2 миллиона, пипец, я еле передвигаюсь. Давайте я буду просто открывать все по пути, все, что можно открыть. Первая локация за 10 тысяч. Я начинаю идти, просто открывать все на своем пути, вы посмотрите. Монеты сыпятся, я какие-то выполняю квесты. Дополнительную удачу, что еще? Дымак, просто пипец, ребят. Я могу все это, ребята, вскрывать, открывать, закрывать, им просто проходить игру, ребята. Нуб Читер просто гениальный. А Нуб Читер 777, это просто жесть. У меня уже 6 миллионов, и я просто иду, не останавливаюсь. Я ни разу не хочу останавливаться. Я просто буду идти и зарабатывать деньги. Следующая локация стоит 400 тысяч монет. Но, ребят, у меня уже 8 миллионов, и мне кажется, я могу сделать себе кое-что еще. Супер удачу, тройной урон, тройные деньги, ребята. У меня 8 кодиков, я могу делать все, что угодно. Здесь нужно фармить или нет вообще? Так, открываем локацию, не останавливаемся, проходим дальше. Эти монетки я зафармил за сколько? За один удар? За один удар? Нуб Читер справился с этим совсем. Давай, еще и соберем эту монетку, и эту монетку, и эту, и этот сундучок не забыть. У меня еще какие-то бусты появились. У меня этих бустиков просто как будто я их реально себе нарисовал. Взломал админку этой игры. Поговорил с разработчиком, говорит, ну слушай, нубик читер, давай я тебе дам все, что можно дать в этой игре. Держи, будь здоров, проходи игру. Я могу какие-то штуки. Сколько у меня всего? У меня уже титул им Impossible, вы посмотрите, это просто жесть. Так, у меня 11 кодов, 4 этих, 8 этих. Пипец, ребята, ультра лаки. Даже у меня есть один код бесплатно, который стоит 149 робуксов. Я продолжаю получать награды. Оу, еще гемасики, 200 тысяч. Локация за 5 миллионов, хотя у меня сейчас есть 27 миллионов. А вот эту локацию я пока не смогу открыть. Почему? Ну, во-первых, потому что мы не дошли до следующего мира. Но, ребят, поверьте, это произойдет пипец как быстро, потому что мы идем. Я просто нажал на клавиатуре кнопку W и перемещаюсь, не останавливаясь ни на секундочку, друзья. У нас 450 миллионов. Мы начали с вами буквально минуту назад и уже дошли до последней локации в первой зоне. Вы посмотрите. Просто пипец. Вот она у нас, пустыня уже. Я не могу быстрее передвигаться, увы. Я могу прыгать, но быстрее бежать я не смогу никаким способом. О, смотрите, 2 больших ящика. Давайте заберем. Заберем, зафармим, все пройдем, все пробежимся. Заберем вот это, заберем вот это, заберем вот это. И откроем локацию за 50 миллионов. Все, друзья. Вот этот сундук я должен открыть. Интересно, как быстро... Нифига себе, вы видели? Я его за секунду вскрыл, ребят. Я сейчас дойду и соберу деньги. Пока я до него дойду, я открою его уже раз 5-6. Вы посмотрите, у меня 26 миллиардов. И скоро деньги просто перестанут помещаться. Просто пипец. Вы посмотрите, 30 миллиардов монет. Я должен открыть ее за 250 миллионов. И дошел до пушки. Сразу залетаю до пушечки. И первую локацию мы с вами прошли меньше, чем за 4 минуты. Если бы я мог быстрее бежать, я бы прошел еще быстрее. Отправляемся в Fantasy World. Здесь у нас что-то будет интересное. Питомцы нас не интересуют, потому что я себе
начетырил самых крутых питомцев в мире. И здесь, смотрите, 37 тысяч монет нужно насобирать. И кажется, что это много, но нет. У меня уже 126 тысяч, поэтому я могу открыть себе эту локацию. Давайте еще немножко себе подфармим здесь, чтобы было, скажем так, на что жить и на что телепортироваться по другим локациям. Я бежать не перестаю. Постоянно фармлю, друзья. Постоянно у меня есть 650 тысяч монет. Открываем локацию. И у нас появляются телепорты. Сколько? Плюс 5 слотов питомцев. Ребята, это круто. За 85 тысяч. Давайте за 525. И, наверное, пойдем сюда, потому что... О, хорошо, ребят. Хорошо. Начинаем вскрывать и посмотрим, сколько монет сейчас заработаем. Нифига себе, вы видали, сколько здесь монеток, ребята? О, гигантский подарок! Ну-ка, давай, давай, вы посмотрите, какой огромный подарок! И здесь было просто тонна гемасов, и у меня уже 225 тысяч... 678, просто пец, я вскрыл этот огромный подарок, я не знаю, откуда он взялся, я его вообще первый раз вижу, я вообще первый раз зашел в эту игру, потому что я же нубик-читер, друзья, так, у меня есть 2 миллиона монет, нужно себе что-то еще пособирать, и как мне вернуться в прошлую локацию, я могу телепортироваться? Так, подожди, это робуксы, не-не-не-не-не-не-не, робуксы мне не нужны, ребята, мы же проходим без робуксов, нафига нам нужны ваши вот эти вот робуксы непонятные, посмотрим Candy Island у нас сколько будет стоить, так, за 3,5 миллиона, у меня нет 3,5 миллиона, поэтому знаете, куда я схожу, Enchant Island, потому что здесь меня интересует вот этот небольшой сейфик, небольшой, потому что я его вскрыл буквально за... одно нажатие. За одно нажатие. И посмотрите на мой титул, друзья. У меня уже титул хакер. Как вы думали, неспроста ли титул хакер? Потому что я настоящий нубик. Читер. Три семеночки. Вот понимаете, самый настоящий. 23 миллиона. Так, сундуки появляются. Сундуки появляются, сундуки появляются, сундуки фармятся. У нас уже 30 миллионов, ребята, монет. Что делать? Что делать с этими монетами? У меня их бесконечное количество. Давай, зафармим, заберем то, что здесь есть. Ну, практически. 50 лямчиков, я думаю, что нам достаточно. Пора отсюда уходить, ребята. Нас ждут другие локации. Новые офигенные сундуки, новые свершения. И конец игры уже близок, ребята. Я хочу пройти ее полностью. Для этого нужно открыть все локации и открыть все телепорты. Это что такое? 3,5 миллиона? Хорошо, открыли. Здесь что, 18? Спасибо, тоже откроем. А здесь сколько стоит? 66, поэтому нам сюда не пока рановато. Мы пойдем вот сюдашеньки. Здесь где-то должен быть у нас большой сундук. Надеюсь, он есть, потому что мне нужно фармить. Мне нужно очень много. Ух ты, какая красота, ребята. 12 миллиардов с одной тычки? А, это было очень жестко. Это было даже очень жестко. Это был перебор, и мне кажется, так читерить, ну никак нельзя, ребят. Вы посмотрите. Я подобрал уже 1000 орбиков, ребят. У меня еще дополнительные слоты на питомцев, но у меня... Ой, я застрял внутри сундука. Срочно убить сундук. У нас есть сколько сейчас монет, ребята? 600 миллионов? Мне кажется, пора насобирать 1 миллиард. Я думаю, что миллиарда будет достаточно для того, чтобы пройти все локации с этими Enchant монетками. Потому что меня-то ждет кое-что интереснее. Меня ждут новые локации, новые сундуки. У меня есть миллиард. Я возвращаюсь обратно. Главное, быстрее найти телепорт. Я бегу, ребят! Мне бы скорость бега, но у меня на этом аккаунте нубчитер 0 робуксов. Я только зашел в эту игру и буквально через несколько секунд получил самых лучших питомцев в мире. Итак, локация за 66 миллионов. Открыли. Дальше локация за 150 миллионов. Поэтому мы должны попасть в нее. Так, ну-ка, что здесь есть интересного? 777 миллионов локация. Давайте откроем вот эти два сундука по 50 миллиардов. Они открылись с одной тычки? Серьезно? Я пока добежал, чтобы немножко пособирать здесь, они уже слишком быстро открываются, ребят. Но это, правда, реально нечестно. Покупаем себе локацию за 700 миллионов и видим самый огромный сундук. Вы посмотрите, я уже дошел вот сюда, ребята. Дошел до Техворда, мне нужно будет отправиться туда. Но сначала нужно будет вернуться... Ух ты, я прошел квест Holy Chest. Я не помню, друзья, сколько нам нужно было монет собрать, но у меня уже 40 миллиардов, и мне кажется, этого достаточно, потому что я не помню. Там нужно то ли 7,5, то ли 25, то ли 50 миллиардов. Я правда не помню, мне нужно возвращаться и открывать локацию, потому что телепорта у меня нет, и мне нужно как-нибудь добежать вот сюда. До этой локации, это мне нужно будет вернуться сейчас в самое начало. Увы, у меня нету никаких читов, друзья, на телепортацию, нет никаких читов на робуксы,
потому что они не работают. Раньше когда-то были у меня читы на робоксы, я мог взламывать, там добавлять себе, но это было в прошлом, и сейчас такого сделать уже невозможно. Итак, мне нужно вернуться в эту пушечку, прилететь в первую локацию и зайти в локацию, в которой я еще не побывал сегодня, и пройти игру до самого конца. Там меня ждет что-то невероятно интересное. С этими питомцами я могу делать все, что хочу. Так, пушечка, пушечка, отвези меня обратно. Мне нужно именно сюда. О, боже мой, сколько я буду снова идти пешком. Нужно просто туда добежать. Вот этими маленькими топающими ножками. Потихонечку, по чуть-чуточку добежать. Мне кажется, я чего-то здесь не сделал. Вот этот автомат, если не ошибаюсь, позволяет прокачивать мне вот эти мои усиления. А я себе ничего не сделал. У меня, кстати, титул хакер, видали? Не просто так, а титул хакер. Вот они, апгрейды. Посмотрим. Орприч, море алмазов, пэтсила. Нифига себе, пэтспид, море старайш, плеерспид. Ну, нам нужно вот это, вот это. Хорошо, еще, еще, еще. И на максималочку. Орприч, давайте, может быть, вот это еще прокачаем. Я не уверен, что мне хватит гемасиков, но... На максималочку. Ну давайте вот это еще больше сделаем. Все, больше у меня алмазов нет. То, что нужно было мне, друзья, я прокачал. Ну надо было, конечно, еще скорость бега все-таки прокачать, потому что бегаю я слишком медленно. Я просто как какая-то, не знаю, кочерга медленно-перемедленно передвигающая. Вот, за 500, за 1750, за 4500, за 8500 и больше алмазов у меня нет. Но бегать я стал явно быстрее. Вот это мне нужно, ребята, было обязательно сделать. Все, побежали, сами разгоняемся. Делаем скорость света. Давайте и алмазики по пути, еще сейфы пофармим. Все мои питомцы нарвались на один сейф. Так, нужно разрушить еще один. Давайте разрушим. Мне нужно выполнять всякие штучки. Валюц один комплит. Я делаю какие-то квесты, не знаю зачем, но я уже вижу локацию, которую мы должны с вами открыть. Открыть 10 подарков? Да без проблем. Давайте подарки откроем. Давайте все открывать, почему бы нет. Разрушить еще 10 сейфов. Да пожалуйста, вот вам один сейф. На этот сейф не могу напасть. Подарки выполнены. Вот она локация. Сколько стоит? 7,5 миллиардов enchant монет. У нас есть 52 миллиарда. У меня их на минуточку больше, чем даже золото. Это было изначально здесь, потому что золото 31 миллиард, а enchant монет у меня 52 миллиарда. И посмотрим, что будет дальше. Сейчас нубик-читер что-то здесь намутит. Посмотрим. Огромный сейф. Покупаем эту локацию и вскрываем сейф. Что здесь такое? 4,6 триллиона, ребят, посмотрите. Посмотрите, как он фармится. Просто пипец. У нас еще бустики есть. Возможно, кстати, я себе... Что это такое? У меня 1,6 миллиона каких-то монет. 3 миллиона монет, вы посмотрите, 10 миллионов вот этих технических монеток, залетаем в ракету и отправляемся в новый мир, в новую локацию на покорение этой игры, проходим дальше, о-о-о, 50 тысяч монет, у нас 10 миллионов, ребята, это что-то слишком просто оказалось, ребят, это просто слишком простая задача для нашего нубика-читера, ребята. Пробегаем дальше. Открываем локацию. Следующая 625 тысяч. Ну, давайте мы по пути пофармим. Я не знаю, стоит ли это делать-то вообще или нет. Давайте, давайте. Легко. 10 лямчиков. А здесь что-то мало фармится, заметили? 10500 всего лишь. Урон, кстати, большой. И нос ящиков дается мало. Так, локация за 625 тысяч. Спасибо большое. Локация за 11 миллионов, локация за 8 лямчиков. Так, а мне нужна локация срочно за 11 миллионов. Так, а ну-ка, монетки, подкиньте мне, пожалуйста, ровно 11,5 миллиончиков. Чисто по-братски. Вот это мы сейчас откроем, вот это откроем. Все это дело соберем, у нас есть 10800. О, вот этот золотой сейф на 100 миллиардов, хотел сказать, будет сложным, но оказался нет. Слишком простым он для нас оказался. Теперь наша с вами задача отправить вот сюда питомчиков. На вот этот сейфик мы отправим несколько питомчиков. А одного мы захватим с собой. Раз, два, три. Питомчики фармят вот этот сейф, у которого 15 триллионов, друзья. 15 триллиончиков. Давайте мы еще и нашего котика сюда заправим. Так, у нас остается миллион. Сколько у нас сейчас? 10? Что? Подожди, подожди, я не понял. Был миллион? 16? Вы посмотрите на деньги, как они быстро копятся. 23? Сколько там локация стоит? 8? А дальше сколько? Я уже не помню, сколько там локация. Я немножечко туда пройдусь. У меня есть интересная задачка пройтись к этой локации. 72 миллиона стоит последняя локация, чтобы открыть, и все, игра пройдена. Это пипец, ребят.
Это просто какой-то пипец. Смотрите, у меня сейчас 21 миллион монет, и я сейчас. Ты можешь разблокировать Alien Forest Area, то есть мы с вами. Смотрите, разблокировали весь полностью первый мир, весь полностью второй мир, и разблокировали третий мир, кроме двух локаций. Подожди, у нас же последняя за 72, что там дальше? Там же, вижу табличку, coming soon, то есть ее еще не сделали, но она уже есть в списке. Вот она, за 2,8 миллиарда локация последняя. И что же будет в этой локации, ребята? В этой локации... один сундук, но я в принципе не вижу смысла открывать эту локацию ради одного сундука. У меня есть там сундук, который я до сих пор не могу открыть. Но для этого нужно больше питомцев. У меня сейчас их 7. 4 самых крутых в мире. И в принципе, локации пройдены, Питомцы получены, Означает что? Правильно, я прошел игру полностью. Ну, читер справился, он прошел игру за... Ну, не за 5 минут, мы прошли с вами за 15 минут игру, но прошли, ребят. Ситуация есть, ситуация выполнена, задача completed. Мы сейчас соберем монеточки здесь немножко, мои ребятки фармят. Хорошо, я могу открывать какие-то яйца, мне игра говорит, мне неинтересно, ребят. Мне правда неинтересно, но по факту у нас есть 121 миллион. Если мы нафармим этот сундук, мы с вами откроем и ту локацию тоже. Для этого понадобится еще минут 10, но в принципе игра пройдена, поэтому что сделать? Лайк, подписка, колокольчик. А если вы хотите больше таких серий, обязательно не забудьте подписаться. Всем удачи, покедова!